Здорово, Володя! А где Юля? Юля! Юль, ты где? Ничего не понял. Записка какая-то. Бумажка. Автор Maybe Julia. Ну, кто бы мог подумать. Женя, я ушла жить в шарик. Совсем уже. Какой на шарик ушла жить? Нам сегодня в аду нужно идти и крепость этих пиглинов искать. Здорово, кот, привет. Нахрена ей в шарик вообще лезть, я понять не могу. Юля, я в шарике, ты... Где? Юля, это ты? Юля, это ты? Ты превратилась в железного голема. Я буду о тебе заботиться. Пошли, пошли, давай вылази, Юля. Ты дурак, что ли, или что? Ты дурак, ты в каком шарике? Я в другом шарике сижу. Я думал, это ты. А, это не ты. В каком ты шарике? Я тебе сказала в шарике, я пришел в шарик. Какой шарик? Ничего не понял. В шарике. В каком шарике? Я в шарике. В кругом. А в шарик может быть квадратным? Шарик какой-то. Какой шарик? Шарик. Нафига ты меня в ад привела? Какой шарик? Так тут еще один шарик. Шарик, блин. Ой! Воу! Да, это я. Да. Чего? Это ты, типа, от коронавируса защищаешься, да? А с тобой это что? Со мной? А я крутой просто, я такой. А, ну да. Yeah. Ага. Тикстеру пак уже поменялся, а у меня уже страсть! Я сначала озвучиваю, как ты ходишь. Так, Юля, теперь объясняй мне, что это нахрен за шарик еще один. Это будут жить свинтусы из крепости. А, то есть у нас в нормальном шарике живут, ну, как бы люди, а в адском шарике у нас будут жить свиньи. А, в смысле пиглины, ты про спиглинов говоришь? Спиглинцы. Смотри, у меня зипо, у меня зажигалка зипо. Пумс. Мы с Юлей за кадром нашли крепость спиглинов. Даже проложили туда метро. А сегодня мы их привезем сюда, этих свинтусов, и будем с ними жить. Но для этого нам кое-что потребуется, поэтому пошли, Юля, я тебе кое-что покажу. Пошли за мной, здравствуйте, мистер Пиглины, здравствуйте. Давай мы им дадим морской огурец, чтобы они пожевали, на, держи. Для путешествия в крепость спиглинов нам потребуется, смотри, что нам потребуется. Нам нужно MLG очки, вот тебе MLG очки, держи, возьми. Ага, Гриша, что ты хочешь? Это какой-то не Гриша, это какой-то... Кто это? Это какой-то очень страшный какой-то какая-то твар. Бери золотую броню, потому что без золотой брони нас эти пиглины просто угонкошат. Ого. Юля, тут штурмовик! Тут штурмовик, бей его! И тут еще какой-то Франкенштейн, я ничего не понимаю! Повелитель штурмовик, повелитель штурмовик! Я не знаю, почему меня Юля заставила сделать... Шарик из зеленого стекла. Что за звуки? И поэтому, чтобы сделать зеленое стекло, мне пришлось сделать ферму кактусов. Вот так вот она выглядит, и вот сюда у нас поступают кактусы, из которого у нас и делается зеленый краситель. Юля, а ты что тут бегаешь вообще? Я веселюсь. У меня зуб есть. Где? Вот, несу. Что это? Это доллар какой-то. Это доллар какой-то. Нормальный. Это какие-то грилзы. Спокойной ночи. Я сплю с долго. Так, что у нас тут по... Жень, а что ты корону-то нацепил на себя? А это я этот, я опять королева Диана. А эти у тебя теперь, ну? Кто? Ну, у тебя 4 штуки. Какие? Ну, посмотри на себя. У меня 4 яйца. У меня их 5 вообще-то, вот еще одна. Ёпарасоте! Жень! А чё я? Это ты взорвал! Сейчас мы тут все вот так вот, оп-оп. Как новенький. Юля, садись в лодку, мы с тобой сейчас будем наваливать. Ты готова? Ну, давай. Это включать навал? Ага. Так, все. Это я навалил. Мы едем, наваливаем. Ой, блин, тут нужно поосторожнее ехать. Тут, если что, дорога плохо сделана. Извините. Смотри, тут написано, к домой, а вот тут в крепость пиглинов. Мы вот едем в крепость пиглинов, поняла, да? Все, вот так вот мы наваливаем.
наваливаем. Наваливаем бас. Копы так не любят нас, не любят нас. Что-то мы едем как лохи, очень медленно. Я ненавижу так долго ехать, мне не нравится, не нравится. Вот она, крепость Пигрина, прямо перед нами! Так, подожди, ага. Смотри, капец, это помнишь, это у нас как был уже такой лего текстурпак, только у нас вообще нифига тогда не менялось, кроме там пары блоков, а здесь вообще прям все из лего. Да, в прошлый раз ад был нормальный. Сейчас мы должны с тобой понять вообще, что в этой крепости Пиглина вообще имеется. И, кстати, я получил ачивку Наф-Наф, тут больше... Наф-Наф, это хрюндель такой, знаешь, был ниф-ниф, ну, Наф-Наф. Я сейчас тоже дадут. Ну, давай, да. Опа! Так, Юля, в этой крепости где-то мы должны найти Пиглина. У тебя есть факелапчик какие-нибудь с собой? Вот? Нет, у меня есть тотем бессмертия. Охренеть, говорю. Юля, Паш, давай соберемся с тобой в крепость Пиглина. Юля завела с тобой тотем бессмертия, который дал ей я. Ну ладно, давай, пошли. Ой! Шо? Там свинья. Где? Там. У тебя экс-рей или шо? Нет. Я слышала слева свинью. С какого? Я не... вот они! Так, стоп, Юль, главное не трогай. Так, вы же дружелюбные? Привет, пацаны. Они кусают? Я не знаю. А что они веселят? Не знаю, весело, видимо. Так, Юля, короче, нам нужно их перевести в нашу базу. Пошли. Он бегает меня. Я подожди. Главное не ударь их, пожалуйста. Главное их не ударь. Как нам их довести до нашего плотного льда? У тебя есть идеи какие-нибудь? Плотный лед? Ну, для потного льда, а как нам их донести до потного льда? Подожди, а я, может, поставлю прям лодку, они сядут в нее? Погоди. О! Юля, все! Один есть! Второго сади, давай! Ты мне лодку мою украл. Подожди, а у меня тут проблема, я тут не проеду, мне нужно раскопать. В смысле, я ничего у тебя не крал? У меня вот она есть еще одна, на, возьми. Так, все, Юля, я еду с этим, а ты бери второго и тоже выезжай. Толстый. Давай, сади его. Садись. О, все, нормально. Все, Юля, заводи мотор, поехали. Юля, давай, проезжаем. Мы перевозка, великое переселение свиней. А они не враждуют эти свиньи друг с другом? Я не знаю, у меня вообще спрыг. Давай, ехать сюда. Ой, тут еще один. Юля, что так тут много как-то? Мне вообще не нравится. А почему твой в костюме, а у меня у меня голый. Ну, это такой. Есть только одна небольшая проблема. Как размножать жителей, я-то знаю. Ну, то есть, нужно ставить там кроватку, да, и все такое. А вот как размножать пиглинов, ты знаешь? Что такое? Страшно. А вот как размножать пиглинов, я вообще понятия не имею. Но я точно знаю, что как-то их можно размножить, потому что я видел маленьких пиглинов. Может, они сами там когда-то, ну, начнут делать свои грязные делишки. А ты уверен, что мы... Взяли женщину и мужчину. Я не уверен вообще, что это доедет живым до нашего шара, потому что у меня тут небольшие проблемы. Погоди, только ты не шлепнись вниз, пожалуйста. Сейчас я тут все сделаю, сейчас мы тут все намутим, вот так вот все хорошо. Давай, проезжай. Так, подожди, а вот тут остановись. Нам нужно как-то его вытащить. Вот тут, видишь, тут он грустный. Ой! Здорово, блин! А чё? Он хочет кушать. Держи морковку. Будешь? Ты будешь морковку? Ты кушаешь морковку? Он не кушает морковку. Юля, что с ним делать? Почему я так до сих пор ломаю эту странную лодку? Ну, сломаю это сегодня или нет? Я до сих пор ее ломаю. Юль. Она только сейчас сломалась. Так, ты можешь сесть, пожалуйста? О! Все, Юля, починка произошла. Я заменил колесо. Все, поехали дальше. Все, мы почти на месте, Пиглин. Давай, живи, терпи. Мы едем. Все, Юля, мы на месте. Мы приехали. Понятно, еще нет. Так, мы заезжаем. Мы с Пиглином заезжаем. Пока там Юля доезжает, я, наверное, добуду немножечко дерева, потому что нам нужно сделать двери. Или... А они умеют, интересно, открывать двери, Юля? А мне кажется, да. Давай лучше сделаем калитки на всякий случай, а то вдруг они умеют открывать двери. Ну давай. Ой! Нифига себе, тут все красочное. Привет, Пиглин. Юля, смотри, тут ты немножечко как бы странно сделала, да? Ну вот тут не проехать из-за твоих вот этих люков, которые ты поставила. А вот мы и дома, Пиглин, это твой новый дом. Ты живешь в своем каком-то разваливающемся, сгоревшем доме. Вот мы тебе сделали нормальный. Погоди, вот у меня есть золото. Вот у меня есть 42 золота, да? Золотой слиток. На тебе, возьми, кушай. Будешь? Ой, хотят. Так, держи еще. Так, мне нужны дети, пожалуйста. Давай выйдем, можешь не стеснять.
Не, ну мне кажется, ничего. О, мне дали мне кожу. Спасибо. Спасибо. А можно что-то еще? А можно детей, пожалуйста? Сделайте мне детей. О, нам дали обсидиан. Ой, какую-то еще хрень. Юля, у меня нет места в инвентаре. Они что-то скидывают и скидывают. Пацаны, держите вам скидки, короче. Пусть они тут пока там что-то скидывают. Пошли еще привезем пару пиглинов, которые на той дороге стояли, потому что два пиглина это мало. Юля, вот этот гадец, он убегает. Юля, держи себе лодку, сади вот этого, я этого сажу. Давай. Все, 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 ты посадила, ты посадила. Садись, гадец. Так, ты вылези сама, он тебя, во. Все, 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 поехали, поехали. Юля, он тебя задыхается, ты его в стену впечатала. Все, выезжаем. Так, а ты, зомби-пиглин, уйди, ты этот, мы тебя дискриминируем. Мы едем в шарик, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Юль, там все нормально у тебя? Я сейчас тут протискиваюсь, рады и пробки. Здорово, так, что это? Ой, ой, ой! Так, окей, окей, окей. Жень, я почти приехала. Давай, давай, я тебя сейчас встречу. Давай, Юля, наваливай, наваливай. Нормально, нормально, ты просто вообще заехала в поворот, и пиглин такой, это я, ага, меня везут. Так, ну все, смотри, теперь мы привезли 4 пиглина, эти 2 пиглина дебила уже уселись в мою лодку. Жень! Обязательно напишите в комментариях, как нам сделать ферму пиглинов, потому что я хочу, чтобы они у нас тут черебонькались, чиги-бомбонькались и это, и скибидиуа попахнулись так немножечко, чтобы у нас были маленькие пиглинцы, и они у нас тут жили, у нас будет тут целая обшаха пиглинцев, да? Ты сам понял, что сказал вообще? Не понял вообще, насрать, неважно. Ставьте лайк, а то у вас поменяется текстурпак, и вы превратитесь в пиглина, а знаете, ну как бы превратиться в свинью, это не очень хорошо, поверьте мне. Ой, блин. Ага. Подписывайтесь на канал, тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а с вами был Жека, а еще была тупица, которая только что съела морковку. Я побежала, пока. А то меня сейчас убьют.